честь торжественной даты в Казанском университете прошла конференция, одна из крупнейших профильных научных площадок, объединившая свыше 400 ученых из России и зарубежных специалистов по русскому языку. Ее участники представили более 50 высших учебных заведений из 18 стран мира. Сотрудники кафедры в своих выступлениях подчеркнули, что важнейшая задача для них – укрепление и распространение русского языка в мире. Уважаемые коллеги, вот то, с чем я хотел бы с вами поделиться, представляет собой определенного рода прием при обучении русскому языку как иностранному, попытку соединить лингвистическое и экстралингвистические начала при обучении. Одной из наиболее важной части при обучении инофонов русскому языку как иностранному является знакомство с лексикой и представление ее системных связей, в том числе и с лексикой ономастической. Специалисты Института филологии и межкультурной коммуникации за последние несколько лет значительно усилили свои показатели в международных рейтингах. Неоценимый вклад в развитие мировой лингвистики внесла Казанская научная лингвистическая школа. В ее стенах был создан Центр патологии речи, разработана платформа-агрегатор Rulingva, у которой нет ни одного аналога, а также проведено много работы для исследования теории словообразования. Сегодня имя Казанской лингвистической школы известно во всем мире, даже в аббревиатуре. Ученые школы, начиная с Ивана Александровича Бодуэна де Куртене, соединяли в своем научном познании интерес к лингвистическим процессам и явлениям с проблемами преподавания языков. Качественной работы кафедры способствует плодотворное сотрудничество не только с российскими университетами, но и иностранными. В связи с этим свои поздравления выразили заведующая кафедрой русского языка Российского университета дружбы народов и Московского государственного университета, ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования и заместитель директора института 2-го Пекинского университета иностранных языков. Алина Сафина, Хафиз Гараев, Ленар Гизатуллин, Никита Акиншин, Универньюз.